аплодисменты, девочки. Мальчики, аплодисменты. Танечка, это я родная тетя. Так что, Саша, буду жить у вас очень долго. Она, Сашенька, встань, чтобы тетя побачила, что Танечке досталось. Боже, Кличко отдыхает. Упитанный, воспитанный и красивый. Всегда две звезды в одном зале давно. Танечка, ты знаешь, мне это... Что такое? Не только я задержалась. Не только... Аплодисменты, опоздавшие гости, как говорится, лучше позже, чем никогда. Цветы молодым, деньги мне. Чтобы не называлось коррупцией. Петренька, целуемся, до молодых подходим, не стесняемся, деньги в конвертике. Я ж ничего не подарила. Дети, уйдите. Того кого-то не порвать, пожалуйста. Потому что 80 дней только купила. Что, девочка? Я говорю, не денег, 80 дней, плотность. Ну, деревня. Я говорю, 80 дней, я ношу тройку, а это единичка. Я говорю, у нас такая спинка. Думаешь, хорошо? Девочка, ты знаешь, это бессильно большая порча, надо снять. Надо снять, я буду ехать, выкину. Так, всегда поговорим. В чем говорить? Смотри, балакуши. Малыши карандаши, это ваша? Слава Богу. Повезло тебе, например. Повезло. Итак, друзья. Как говорится в Украине, Танечка, сидите тёте налять надо водички. Вот это бросила пить. Вчера. Нет, воды, воды. Воды бросила. Там что? Я когда водку бачу, мне желудок на мой шурот повешался. Вы знаете, я начала пить 4 годика. Водки в рот набрала, а лакуть не спила. И мне принесли тушить свечи. Бабушка звонила. Теперь я день рождения в этой силе бабушки. Итак, Танечка и Саша. Саша, актум, здесь богиня говорит. Ищу, ищу. Итак, бери образа святого. За вас я молюсь. И за ворогів нападників теж помолюся. Бо дитина українська, українського роду. Україна – то є назва славного народу. І як мені України щиро не любити, коли вчора мене мати по-українськи Господа молити. І як мені України щиро не кохати, коли вчора мене мати по-українськи читати, писати. Молю, Господи, зійшли вам щасливу сімейну долю, а нам, українцям, мир та волю. Сама придумала. Сама придумала. Это мама стоит, а мама стоит. Мама, не теща или свекруха? Теща. Теща. Соболезную. Соболезную. Знаете, что мой зять сделал? Знаете, что? Я заболела недавно, кашляю, скажу, сынок, дай таблетку от кашля. Так не дальше мне честно пить мне. Я потом 5 дней боялась кашлянуть. Я говорю, сынок, зять, мама хочет поехать на курорт погреть косточки. А они мне говорят, крематорий погреть. Я говорю, сынок, я хочу, кажу, от шубу, а я завтра пойду на базар, куплю буряк, селедку, буду вам шуба. Говорит, когда я помру, ты меня кремируй и рассыпь по огороду. А я говорю, мама, здрасте, как ветер, так вы в хате. А то, кажу, идем посыпаем огород. Он говорит, теща и земля, это святое. А у меня на святое рука не поднимется. Но когда скажу, боже, молодой Якубович, молодой Якубович, дивіться, це не ваш? Наш. А ваш бігає, так? Ви знаєте, мама, як вас звати? Зінеїда Віра, просто. Я сьогодні отримала учасниця АТО. Так, їду, знаєте, по трасі стоїть палатка. Написано АТО. Ну, ми зайду, бабка не на свадьбі, чого не задержалась. Заходять ваші хлопці, що помочь? А ми говорять, жінка, приготуйте, що на домашній. Що я мав? Я бістрінка пинчиком заколотила вікно. Тобто начала жарить. Вони забігають і говорять, чим біжать, стріляти будем. Я лягла, вони стрілялись. Бідний чоловік. Сава юбку поправила. Пинчики дожарила.
ремонт зачем это чеснока? Знаешь, как эта палатка называется? Я говорю, я блиндаж. А попробуйте так. Дорогие молодые, давайте кое-что посчитаем. Все-таки семья – это число 7. И посчитаем все вести до 7. Вы один. Мы желаем, что наши молодые всю жизнь были первыми. Чтобы всю жизнь были в паре. Чтобы никто не был третьими лишними. Чтобы своим домом в четырех углах было здоровье, счастье и любовь. Чтобы жизнь была ваша на 5. Чтобы вас не подавило честные чувства. И чтобы вы были на 7 небе от счастья в своем браке. Эти депутаты в парламенте. 8. А те, кто 7 дней, красивые все равно. Красные 20. 0,67, 9, 2, 3, 5, 6, 7. 3 колодки, 1 длинный. Ты водичка, понимаешь? И в блиндаж. Пока принеси девочки, я же дурочка стоять, я же спиной удавилась. И, дорогие гости, дорогая Танечка, ты знаешь, сколько тебе лет? Ну кто так каже? Ну, женщина, ну ты сейчас что, день рождения тебе что? Танечка, спитай, тетя Вера, сколько вам лет? Спитай меня. 18 лет и 27. Вы знаете, девочки, что все женщины и мужчины делятся по категории. Запомните. Дети, чем интернет? Ой, интернет. Итак, дети, кто хорошо прислушается, получит подарок на Новый год. Я сказал, на Новый год. Да, убежали. Спасибо. Спасибо. Дай бы задости на колотеле. Ой, какие деньги большие. Заберите, потому что деньги – это зло. Придет, что вас за рисланы хватает. Туда не надо всувать. Туда не надо. Итак, девочки, я еще раз нашим молодым желаю. Говорят, за деньги можно все. Это неправда. За деньги можно купить книжку, но нельзя купить ум. За деньги можно купить крестик, но нельзя купить веру. За деньги можно купить знакомых, но нельзя купить семью и друзей. За деньги можно купить секс, но нельзя купить любовь. Выпьем за то, что у вас есть без денег. Это ум, вера, семья и любовь. Ура! Девочки, ура! Ура!